Доброго дня, я з України, і я рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, дівчата, всі ви бачили, всі ви чули, що зараз проходить часткова мобілізація в Російській Федерації. І ви знаєте, мабуть, хочеться мені за ці 7 місяців наш народ, скільки болю, скільки жахів, скільки дуже поганого зробили сусіди наші, нашому народу. Але все ж таки я хочу звернутися до жінок Росії. І далі я продовжу російською мовою. Ви, ті, хто на мене підписаний, да, ті, хто смотрить мене, є багато зрителей, які просто не розуміли, не розуміють до сих пор, собственно, як і більшість українців, чому це відбувається, чому так сталося. И вы знаете, если 24 февраля я пыталась достучаться до каждой российской женщины, у которой есть сын, у которой есть отец, у которой есть муж, брат, и тогда я кричала, я просила, не отпускайте своих мужей на эту войну. Ну, разная была реакция, по-разному люди реагировали, да, в основном было очень много ботов, но сейчас, когда по прошествии 7 месяцев, когда ваш президент говорил, что никакой мобилизации не будет, говорил о том, что ничего такого не будет, все под контролем российской армии, полет идет нормально, то сейчас вы видите, что идет частичная мобилизация. Вы понимаете, что вашего ребенка, да, вашего мужа, брата, его заберут в Украину. И заберут в Украину отнюдь не на курорт, потому что, да, у нас очень красиво, у нас очень богатые места, где можно отдохнуть, где можно приехать и получить удовольствие, но это не тот случай. И вы знаете, вот сейчас смотрю передачи, ну, в интернете, естественно, что очень много парней, которые не хотят идти воевать в Украину. Они прекрасно понимают, что это не та ситуация, когда нужно умирать за это. Они понимают, что они идут в чужую страну. Они идут убивать в чужую, ну, как до 24 числа казалось, братственную, да, страну, где братья-славяне нам помогают избавиться от нацизма, который процветает в нашей стране, да. И у большинства из вас есть родные, близкие, которые здесь живут, к которым вы приезжали в гости, где вы видели, как вас принимают, да. Я не буду говорить как, потому что вы сами все видели. Вы не видели никакого ущемления. Я уверена, что вы... Я могу сейчас с вами говорить на русском языке, да, когда мне пишут, зачем ты начала вести свой канал, зачем ты... Не зачем ты начала, а зачем ты разговариваешь на нашем русском языке, вот веди на своем украинском. Такие были комментарии. Потом были комментарии, почему ты разговариваешь на нашем языке, веди нас. Ну, в общем, это такое, знаете, есть такое выражение, ложь, трындёж и провокация. Так вот, я могу... вільно спілкуватися українською мовою в своїй країні, а також я можу свободно розмовляти і на російському язикі. Ну, от зараз, конкретно зараз, я говорю для того, щоб мене російські жінки, які залишились на моєму каналі, які мене дивляться, щоб вони розуміли і осознавали, що тут не буде... Не будет здесь какого-то отдыха или какого-то прикола. Здесь будут просто убивать. Как убивают с нашей стороны, наших людей. Ну вот, пожалуйста, ВИДБИ, поветренную тревогу. То есть, ну вы понимаете, что это не шутки, когда летят ракеты, когда взрываются снаряды. И единственный момент, вы должны понимать, вы должны осознавать, что... Все, что делается здесь, мы делаем на своей земле. Мы защищаем свою землю. А вот ваши дети, когда вы сейчас получаете повестки на мобилизацию, у нас ее сейчас, знаете, как называют, могилизацией. То есть, ну,
очевидно, что люди идут умирать, но умирать ни за что. Не за родину, знаете, как раньше было, да, за родину, за Сталина. Они просто идут умирать за то, что какой-то один человек так решил, чтобы, ну вот, вот так подставить свой народ. Понимаете, я вот с самого начала, я вам уже предыдущий был ролик, я вам рассказывала о том, что я не понимаю. Я не понимаю, почему так происходит. Почему чужая нога находится на чужой земле, да? И вот, знаете, очень хотела поделиться. Ищите способы. Ищите способы для того, чтобы ваш ребенок, ваш родной муж, человек, близкий не попал сюда. И это, наверное, будет самый лучший способ, что как вы сможете помочь своему родному и близкому человеку. И опять-таки, тоже хочу, чтобы, если все-таки у вас не получается, рекомендуйте своим детям, своим сыновьям все-таки сдаваться. Потому что, когда ты сдаешься, у тебя есть хоть какой-то шанс остаться в живых. Сейчас я знаю, что в России, ну, собственно, как и в Украине тоже, если ты не идешь на службу, уголовная ответственность, да, и ситуации у нас просто немножечко разные. У нас практически нету уклонистов, да, то есть люди защищают свои дома, свои семьи, свою домивку, как у нас кажут на Украине. А ваши мужчины, они просто, ну как это не печально, но они останутся здесь и не в качестве туристов, а в качестве уже человека, даже не человека, потому что он живой отсюда, ну как, его не оставят живым. Единственный выход – только сдача в плен, хотя ваше правительство очень классно над вами пошутило, да, посмеялось, когда написало о том, что есть такая графа, когда ты сдаешься в плен, тебе тоже 10 лет тюрьмы, да. Поэтому вот задумайтесь. Я очень бы хотела, чтобы вы задумались, потому что, ну, в конце концов, мы все люди. И когда говорят о том, что... Вот мне, знаете, мне, ну, говорить в этом случае смешно, я бы, наверное, не сказала, что это смешно. Наверное, это дико. Дико от того, что аргумент какой, почему Россия напала на Украину, да, почему идет такое полномасштабное нападение России на Украину, потому что на нас могли напасть. И знаете, вот у меня такое сравнение, вот... Мне видится это так, когда идет перед тобой человек, впереди тебя, да, ну, допустим, и ты вытаскиваешь нож и набрасываешься на него сзади там и убиваешь. Когда идет суд, тебя спрашивают, зачем ты его убил, почему ты это сделал, а твой аргумент, он мог напасть на меня, а человек просто и шел впереди, он просто там тебя обогнал и шел впереди тебя. Но ты, тот, который сзади шел, ты его убил, потому что тебе показалось, что он может убить тебя. Ну, вот вам не кажется это таким каким-то абсурдом? Когда ничего не происходит, когда мы живем, вы жили, мы живем, мы жили, вы жили. Ну, как раньше уже не будет, это 100%, вы сами видите, какое отношение по всему миру, да, по всему миру. Не только Украина, а по всему миру, но как прежде уже не будет. Это уже однозначно. Поэтому мне будет очень жаль, если все-таки ваши дети, ваши мужья, сыновья попадут в Украину, и вы не попытаетесь для этого ничего сделать. Люди пытаются подниматься. И вы посмотрите, что творят у вас, ну, вы сами видите. Возможно, вам этого не показывают, но, скорее всего, какие-то есть ресурсы, в которых вы видите, когда заталкивают в автозаки, когда люди возмущаются, когда, ну, есть, знаете, мне всегда говорят некоторые мои зрители, как ты можешь относиться хорошо к русским, да, как ты можешь вот... ведя канал, зная, что у тебя смотрят русские. Я вам хочу сказать, что как и среди русских, так и среди украинцев нет плохой нации. Есть просто плохие люди. Я очень рада, что эти люди всплыли, скажем так, в начале
этой войны. У вас это спецоперация. Знаете, так и хочется сказать, спецоперация по утилизации населения. Да, и в данном случае уже идет не только украинского, а и российского в том числе, потому что, ну, вот эта частичная мобилизация, ну, как бы лишнее доказательство об этом. И когда смотришь, когда там, ну, совершенно юные, молодые хлопцы, которые могли бы жить, растить детей, вы могли бы быть внуками этим детям, и... Ну, это все оборвется бессмысленно. Вот я, что я хочу вам донести, что это все бессмысленно. Такая война. Но тут небольшая есть разница между нами. Разница в том, что мы на своей земле, и мы не допускаем того, чтобы творился такой беспредел, какой творится у наших соседей. Поэтому, милые мои женщины, я вас очень прошу задуматься об этом. Хоть и сейчас и наши женщины могут высказать в мою сторону какое-то пренебрежение, что как я могу обращаться, если они все 7 эти месяцев видели, все это знают, и как ты можешь сейчас с ним говорить так. Но в любом случае я должна это попробовать, и я должна попытаться достучаться до каждой женщины. Берегите своих мужчин, берегите своих родных и близких. Все, мои хорошие, хотела с вами вот выйти так пообщаться, и я вам дуже вдячна, що ви мене вислухали. І я бажаю всім своїм українцям, всім своїм співвітчизникам мирного неба, тихого дня, ночей, і всім людям на землі я бажаю щастя, здоров'я і мирного неба. Пока-пока.